Так, ладно. Давай начинать. Имя? Сись, конечно. Что в смысле? Чего? Что ты написал-то, блядь? Ядрить тут, конечно. Сися. Да. Вот так нормально. Зачем эмулятора нет? Это есть вроде? Спаси меня, пожалуйста. Меня зовут Зельда. Я заключена в темнице замка. Колдун, Агахним, что ты сделал со всеми девушками? Только я осталась. Агахним захватил замок и пытался разрушить печать семи мудрецов. Я в подземелье замка, пожалуйста, спаси меня. Сиси, отойду ненадолго, к рассвету вернусь. Не вздумай выходить из дома. Мужчина с усами, не уходи! Да я же даже без штанов, ну что такое-то? Чё, а как? Нормальный песос. Ты нашел лампу, с помощью нее можно зажечь факел или осветить себе путь. Тебе мало маны, но пока ты можешь использовать эту вещь, все понятно. Мана нужна, чтобы банку поднять. Привет, модул. Это Юран. Не надо под одну гребенку вот этого вашего говна Айзека и Зельду. Пожалуйста. Бля. Какие в пиписю сундучки все. Еще я первый раз играю. Как пройду, так пройду. Смотрите. С моим-то топографическим кретинизмом. Да, я сейчас буду все сундуки собирать. Спаси меня, я в подземелье замка. Я знаю, что есть скрытая тропинка около замка, ведущая в сад. Линк! Линк! Линк, блядь, проснись! У тебя топографический кретинизм. Я тебя умоляю. Сказала она, которая, короче, почти все игры на 100% делает. Ага. Обманывает сидит. Ни разу не видел, что ты блуждал вот раз. Бля, я чё? Мне меч нужен. Тропинка-то есть. Вот только проблема. Спаси меня, я в подземелье замка. Я не могу, блядь, войти туда, заебало. Перестань со мной разговаривать. Эй, тебе нельзя в замок, сынок. Лучше иди домой, поспи немного. Ты кто такой, мальчик? Иди домой к маме. Дяденька, мне 40 лет. Я могу паспорт показать. В общем-то, все, да? Я домой, блядь. Какого черта по траве нельзя ходить, что-то я не пойму. Че траве-то нельзя ходить? Че происходит? Это надолго. Надолго. Сейчас это. Как раз целый час будем проходить. Че я, блядь, упустил-то? Чё я упустил?
Я знаю, где ты. Я знаю, как туда попасть. У меня нет меча, дура. Перестань звонить. Не уймется никак, корова. Нет, серьезно. Я знаю, что вот сюда нужно. Очевидно. Нужно батю найти, это я точно помню. Что за мать твою? Я тебя понял, блять, ну ты третий или четвертый раз уже звонишь, блять, все, перестань названивать. Че ты бесишь ты? Ты тут забыл так поздно, малыш, приходи, когда подрастешь. Сейчас быстро домой. Ну да, да, да. Уже иду. Может, с охранниками совсем надо поговорить. Тоже вариант, кстати. Я пришел убить чудовище. Пустить меня, дяденька. Вижу, у тебя есть карта. Значит, ты не потеряешься. Нажми X, чтобы открыть ее. Ух ты, блядь. Я не могу внутрь-то войти. Ебать. А можно дальше сделать? Хорош. Вот, смотри, что узнали новое. А ты выглядишь крепким для своего возраста. Сколько сможешь поднять? Дойди к предмету, нажми кнопку А, чтоб... Ты че, блядь? Ой, блядь, все. Движух пошла. Движух пошла. У, я сильный, блядь. Го, блядь, в Хайруле ни одного куста не останется. Все, блядь. Ууу, сика. Я мавонькой. Я иду в пофать тебе. Все, подожди. Дядя, лови. Денежку надо. Как неожиданно. Видели, как я убегал? Все. Эх, Сися, я не хотел втягивать тебя в это. Говорил же, оставайся дома. Ну хорошо, вот возьми мой меч и щит. Теперь слушай. Нажми, удерживай кнопку B, чтобы сконцентрировать энергию в лезвие. После этого ты сможешь выполнить круговой удар мечом. Сися, у тебя получится. Ты сумеешь спасти принцессу Зельду. А тебя я спасти смогу? А, ты все уже того, тетю? Ну, окей. Что-то мне управление не нравится немного. Чувак. Буп. Буп. Почему Сися? Кота так зовут. Сися. Буп, буп. 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 Ой, я так, блин, с Awakening играл.
просто ходил, короче, вокруг магазина, кусты вырывал. Там как-то это сделано, хер пойми. Что это такое, блядь, я огнем, что ли, могу душить? А, это предмет использовать. Ладно, управление явно надо поменять. Что-то... Это не ладно. Это я первый раз прохожу. Что соберу, то соберу. Как здесь сделано. Этот как он. Что хотел сказать? А, по диагонали можно бегать. Вот. Мне нравится. Типичная зель, да чё? Так. Можно шлифануть наружу. Чё это такое было? Ку! Ку! Нет. Какая-то магия. С появлением Агахнима все сильно изменилось. Наверное, я тоже изменюсь. Это только дело времени. Ядрит-то выдал. Что можно. Так, они там говорят, что карта есть. Ага. Ну как. Окей. И то, и то. Какой нахуй смысл? Если в игре есть сюжет, но нет геймплея нормального. Какой смысл? Так, тут я был. Так, вот здесь влево. Эй! На-ка, блять! Нормально, я ему ща всадил. Эй, парень! Эй, лысый!
Так. Вот здесь проход это... Что за проход? Это лестница, да? Выше, ниже? А там куда было? Да. Блин, управление надо поменять. Да, блядь, ты заебал, слышь? Пиздец. Вот это начало, блядь. Вот это охуенное начало. Я тебе говорю, мне неудобно играть, блядь. Сек. Сейчас управление. Поменяю немного. Что-то, короче, пиздос какой-то. Так, а что там бью на это? Что это должно быть Б? Куда был огонь? Четыре карта. Сила? Ничего. Я управление перенастраивал просто, все. Мне люто неудобно. Еще меня убили. Так, проверим, что сверху. Графика главная? Что, наркомат, что ли? В смысле, графика главная? Графика вообще не главная. Так, а это что-то вообще куда-то вниз? Бля, я с этим вообще долго мучиться буду, походу. Нашел карту, с ее помощью можно увидеть свое текущее положение и другие части подземелья, нажми X. Прям вообще все? Ладно, хотя бы не подсвечивается, хорошо. Так, а она сказала, я в подземелье, да? Значит, она где-то здесь. Тогда подожди, назад. Да, вот теперь я буду путаться, да? Почему мы это криво так сделали? Тупость какая. Да когда бьешь, ты можешь промахнуться. А потом следующий удар тебе нужно разворачиваться. Ну, я уже разворачиваюсь во время первого удара, потому что понимаешь, что я промазал. Но это не работает нихера. Потому что здесь вот эта хуйня. Если кнопку удара зажимаешь, он, короче, это в одну сторону поворачивается. И это прям пипец выбивает. Так, ну а тут вообще ничего нету. Нам сюда вообще не нужно сейчас. Нам нужно куда-то вниз. Ну давай, ладно. Блин. Пойдем туда, куда, где бы, где. Окей. Окей. Ту-т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 у
Нахуя он вышел-то? Чё? Не хотел. Так, сюда, сюда. И... Чё такое-то? Я вообще не туда пошёл. Ну да ладно. Сейчас посмотрю карту. Где это? Блять, по прямой, что ли? Я уж забыл. Вот топографический кретинизм. Только что там был, короче, уже забыл, где это было. Не сюда, конечно, зачем, блять? Топографический кретинизм, ага. Вот так плутало? Когда-нибудь? На пупочки мои. Да, блять, бей! Сюда, нам здесь. Отстань, я ушел. Дальше что? Так. Кому нужна лестница? Эй! На-ка, блядь. Эй! Эй! Пока. Бумеранг. Выбери бумеранг. Так, через старт выбирать предметы. Так, а в оригинальной зелье бумеранг расходовал деньги вроде. Здесь, надеюсь, это не так. Поэтому никто им не пользовался. По-моему, так как-то было. Это не точно. Йоу! Так, горшки, спасти горшки! Спасти горшки! Ты кто, блядь? Здорово. Большой ключ открывает замки, которые не открывают другие. Ну, я так понимаю. Спасибо, Сиси, я счастлива, что нас свела судьба. Слушай внимательно. С помощью магии колдуна. Чего? С помощью магии колдун контролирует всех солдат в замке. Я переживаю за своего отца. Колдун — жестокий злодей. Его магическая сила очень велика. Ты меня понял? Да. Нужно убираться отсюда, пока колдун не узнал. Я знаю, где потайной проход, но сначала давай поднимемся на первый этаж. Пошли. А зачем нам подниматься на первый этаж? А, в смысле, выйти из подземелья? А, ну окей, пойдем.
дальше как? Вправо вроде как можно просто пройти, да? А что здесь? А, ну вот так вот, да? Нормас вышли. Окей, первый этаж. Я так думаю, что нам нужно к тронному залу, потому что там больше ничего нету. Скорее всего. Там какой-то секретный проход. В тронном зале секретный проход, который ведет к храму. Я уверен, старец поможет нам. Окей. За троном, да? Пойдем. Вот это. Проход за этим орнаментом. У тебя есть лампа? Там темно, хоть глаз выколи. Ну что, готов? Тогда пошли. Его нужно толкнуть с левой стороны. Поможешь мне? Еба мы силачи. У меня лампа-то есть. Вот только это... А, она так автоматом работает. Блях, она так резко меняется. Так, я так понял, заработает как-то... Так, да? Только это, наверное, на время. Скорее всего. Да. Чтоб в зельде было все на постоянке. Конечно. Конечно. Ага. Ебать, что, веревки, что ли? Веревки, блядь! Веревки! Не трогайте нас! В первой Зельде, короче, в мануале змеи были названы веревками. Просто тупо роп. Чего? Да там вообще все всрато было. План с названиями. По этим сточным трубам мы доберемся до храма. Нужно быть начеку. К воде можно ходить? Можно. Попадешь, серьезно. Реально, к этому привыкать очень долго нужно. Так. Мне нужна бомба, потому что на стене какая-то жопа нарисована. Буп.
Ну-ка. За этой дверью. Храп за этой дверью, потяни за тот рычаг. За тот рычаг или за тот рычаг? А как потянуть? Да, блядь! Да чё ж ты делаешь-то, блядь? Дебил, блядь! Сука, вспоминаю, блядь, всё. Вспоминаю, чё мне зелье не нравилось, блядь, никогда. Блядь, ты серьёзно? Заново нахуй всё, блядь? Ты чё, ебанутая, блядь, игра? Чем мне... Вот мне этим первая, блядь, ни первая, ни вторая не нравилась, блядь. Тебя убивают просто как, блядь, как будто ты ничто, блядь. Просто. С чем они рисуют жопа на стенах? Так ориентироваться проще. Ну вот, блядь, чё, почему я исчезаю-то, блядь? Что за приколы, блядь? Реально, чё-то какая-то дурость. Тебя, блядь, бьют, а ты исчезаешь. Я не вижу, блядь, где я. Че за прикол-то, блядь? Че, у меня 30 FPS, блядь, в игре, что ли? Че, блядь? Я себя перестаю видеть. Бред какой-то. Это будет геморрой. Это будет тот еще геморрой. Мне хп дадите. Эй, мать твою, говно тупое. Ну вот опять я сюда пришел, и опять у меня ничего нет. Ни хп, ничего, блять. Дайте мне хп, пожалуйста. Принцесса Зельда, вы спасены. Сися, это твоя заслуга? Ты чё, блядь, меня знаешь? Да, это Сиси помог мне сбежать из подземелья. Когда я была зачита в замке, колдун сказал мне: только я покончу с собой, печать семи мудрецов спадет. Сиси, еще не поздно спасти землю Хайрула от колдуна. Если ему удастся разрушить печать семи мудрецов, то злая сила поглотит наш мир. Пока это не случилось, пока не поздно, уничтожь колдуна. Тетенька, мне 6 лет. Я как бы это в Нинтендо играть хочу, блядь. Какой нахуй Хирул? Ты чё? Ты сможешь? Я не смогу! Ты сможешь? Не смогу! Я чувствую, что действием колдуна руководит могущественная злая сила. Чё дело? Приращиваю его магические способности. Чё? Единственное оружие, способное сразить его легендарный меч героев. О нем мне рассказал староста деревни Кокарика. Я знаю деревню Кокарика. Только она не так произносится. Не Кокарика, а что-то там. Кокорико.
Кокорика? Как? Какое-то другое слово там было. Он потомок одного из семи мудрецов. Я думаю... Просто эта деревня была в этом... Breath of the Wild. Вроде бы. Я думаю, он может рассказать тебе больше. Я отмечу его дом на твоей карте. Будь осторожен, солдаты из замка разыскивают тебя. Я спрячу принцессу Зельду здесь, так что не беспокойся. Иди разыщи старосту. Все понял. Да вообще ничего не понял. Я чувствую, что здесь выкладной... Это я понял. Это я понял. Да-да-да-да-да. Меч героев, все такое, да-да-да. Староста. Окей. Окей. Короче, ладно, все. Вот теперь понял. Да-да-да, понял, понял. Большое сердце энергии увеличилось на одну ячейку. Пожалуйста, будь осторожен, я знаю, ты спасешь Хайрул. Хирул, блядь. Та-ра-та-та-та-ра. Та-ра-пара-парам. Пара-па-па-па-пара-пара-пара. Та-ра-та-та-та-ра-ра-ра-та-ра. Это чё? Что это за жу, блядь? Э, блядь, ты чё в кустах-то прятался? Ты чё? Я, по-моему, в последней зельбе, когда в последний этот дворец приходишь, что музыка начинает играть. Так, а всю игру её не было, блядь, и внезапно под конец. Такое-то... О-о-о-о! Сука, сейчас я накидаю всем. Ммм, это что такое? Ай, блядь, вот что нахуй? Ебанулись, блядь, мины нахуй. Кто-то... Вру! Вы чё, блядь? Мины посадили. Так, влево и на крестик. Замечательно. Так, мне нужно оружие поменять. А то я это случайно периодически нажимаю кнопку. Сейчас мне дадут пизюлей. Ай, бля. Мне вот... Вот такие зельды меня что-то вообще не заходят. Вот вторая мне прям зашла. Потому что она как платформер. Мне не нравится то, что практически невозможно по врагу попасть. Он начинает со стороны подходить, ты бьешь в одну сторону, короче, в итоге не попадаешь, такая херня начинается. Так, нам сюда? Нет, ни хера не сюда. Ну я зайду. Че здесь? Что с? Здравствуй. Ты че, блядь, каплишь, он какая? Ты кто, блядь? Здорово. Я чувствую, что у тебя очень интересная судьба. Позволь, я тебе погадаю. Не. Воистину несчастен тот, кто не забудет собственное будущее. Я буду ждать твоего возвращения. Это, короче, я так понимаю, это если ты застрял, это как в Шенму. Если ты застрял, ты можешь сходить к гадалке, она тебе скажет, куда идти. Наверное, это так работает. Ну, просто это единственное, что мне приходит в голову. Сейчас Шенму. Курица! Курица! А курицу можно кидать? Курица! Вот! Ура, блядь! Курицу можно кидать, блядь! Так, ну ладно. Вообще дома похожи на покебол, блядь. Что-то я смотрю вон на карту. Какие-то реально покеболы, блядь. О, здорово, бабуль.
Бабуль, ничего у тебя тут это поразъебашиваю все. Здорово, ты чё? Кто это, да? Это ты, Сися. Чем я могу тебе помочь? Староста, никогда его не видел. С тех пор... Никто не видел его с тех пор, как Халдун начал собирать жертвы. Шо? Меч героев? Ты шо, ебанулся? Я точно не помню, но давным-давно на этой земле жил, процветал народ, известный как Хиля. Кто, блядь? Легенды гласят, что они оставили после себя неслыханные сокровища. Где? Одно из них — меч героев. Могущественный клинок может одолеть любого, у кого злое сердце. Люди говорят, что этот меч спрятан глубоко в лесу. Ты понял? Глубоко в лесу? Да, понял. В всяком случае, поищи старосту. В деревне кто-нибудь да знает, где его там носит. И береги себя. Окей, спасибо, бабуль. Окей. О боже, кто ты, блин? Привет. Когда-то этот дом был убежищем для воров. Как же звали их, атамана? Точно его звали Незрячий. И он не любил яркий свет. Чё? Ты не боишься, что воры вернутся? Чё это? Колодец? А это чё? Пещера? Так, это маленькая пещера или, блядь, пещера-гигант? Это, похоже, пещера-гигант. Я просто залезть не могу. Ладно, окей. Я, конечно, много упрошу, но есть возможность помечать как-то что-то на карте? Конечно, нет, блядь, зачем? Привык к своим этим новомодным зельдам. Так. Хьюита. Ну, блин. Что-то я так понимаю, где-то в этом лесу может быть меч. Это подпадет забытый лес. Я так и подумал. Карта каяхная вообще. Я удивлен, на самом деле, что она такая маленькая. Что-то это странно как-то. Сложно представить, как это может приключение затянуться на 17 часов на такой маленькой карте. Да ладно. Как-то, видимо, должно затянуться. Здорово, ты кто? Ой, господин царь, у вас тут ни одной чёрт бутылки, как же вот так? Советую сейчас здесь брать, то пусть бы все за 100 рупий одну такую бутылку. Бутылку продают, ты чё? Чё? Не-не-не, а чё за бутылки-то, блядь? Денег не хватает, очень плохо, возвращайся, как заработать больше рупий. Тебе подожди, я сворую всё. Эй, это же Сися. У парня разыскивают солдаты. Кто-нибудь, скорее всего... Чего? Ты чё, стерва, беду на меня навела? За мной тебе вон какой-то хер с вилой. Иди в жопу. Чё тебе надо? Усика. Ты чё, мать? Ты чё, попутала, что ли? К
Аквамена, блядь, на меня натравила. Я тебе сейчас нахуй скворечник твой вырву, блядь, в окно тебе швырну. Открывай дверь, зараза, блядь. Это пчелы? Что ли? Это нормальное явление для Зельды. Поэтому не удивляемся. Скосить нахуй газон и все. А потом отойти на метр, короче, назад вернуться, и херак, это все вернулось. Ох, Сися, хоть слухи, что ты похит принцесс. Но я в них не верю. Правильно. За это я тебя обворую. Че у тебя здесь? Да какого, блин? Че у тебя... Че? Ты видел? У бабули в доме в стене трещина. Не, ну это, блядь, только одно означает. Ремонт. Нужно делать ремонт, бабуль. Все. В следующий раз, когда я приду, я проведу ремонт в твоем доме. Только надо сначала в ЖЭК сходить там и договориться с ними по поводу этого, ну, что стена не несущая, все такое. Ой, отчутись, парни, раз... Блядь, иди ты нахуй, слышь ты, блядь. Подожди, я мог сначала в ее дом зайти? Ты, блядь. О, здорово. Привет, Сиси. Прости за внешний вид моего двора. Он немного зарос. Спасибо, что заглянул, составил мне компанию. Я тебе расскажу одну интересную историю. Существует озеро, в котором живут Зора. У них есть сокровища. Зора это эти... Это водяные вроде, да? У них есть сокровища, превращающие людей в рыбу. Да, точно они. И хотелось бы на него взглянуть. В новой Зельде. Блять, хорошо, когда вот играл в какую-то Зельду, в которой более-менее все это развернуто рассказано. Чего? Чё, блять? Войп втопил, увидел меня, втопил как-то. Ну. Доброе утро. Типа там, короче, какое-то сокровище было. С помощью. Какие-то это. Короче, костюм. С помощью него можно. Да. По водопаду вверх подниматься. Как ща помню. Бомбу нашел, нихуя. А как боль бомбами ходит? Бабуль! Я это. Я из ЖЭКа. Ща, подожди, бабуль. Ща, погоди. Так, курочка, отойди. Не хочу тебя порезать случайно. Чё это? Оу, 50 монет. А это что такое? Нет, я понял, да. А это что такое? А что это такое-то? Ты бы хоть сказал бы. Так, ну ладно. Тут можно за полтинник бомбы купить. А чё бы, собственно, не купить-то их? Чё, блин, это... Давай. Так, можно
бомбы подбирать, если что. Окей. Но мне это не сильно нужно, я думаю, сейчас. Вот чужие бомбы, если кто-то будет ставить. Это другой момент. Ну, блядь, я только прибрался, что ты слышишь? Во, вон в ту пристройку можно попасть? Так, курочки, отойдите, тут демонтаж сейчас будет, блядь. Давайте, нахуй, курочки, давай, все, тихо. Работаем. Здрасте, я Жека. Стрелы, ага. А лук-то есть? А лук-то есть? Алло. Так, а мы можем во дворец вернуться? Там стену можно было поломать. Ну, пока я помню. Так, а я еще до сих пор старосту не нашел. Ёлы-палы. Ладно, подождешь, старост. Староста подождет. А здесь что такое? Тут же опять этот лес. Место понятно. Откуда я вышел? Блять, что я вообще. Что это за места? Я не помню такие места. Как я вышел? Вот здесь я проходил. Хилка есть. Да кому? Так, ну еще как я прошел здесь отсюда? Да, я здесь был. Угу. Секундочку. А может назад вернуться? Ты, балет. Старый, открой проход. Бля. Старый, ну чё ты мне закрыл-то всё? Я так хотел туда попасть. Какого-то другого прохода я пока даже не знаю. Есть он или нет. Так, ну ладно, пойдем тогда старосту найдем. И на сегодня с зельдой закончим. И завтра продолжим ее. Че пристали? Блять, вот самое тупое вот пока что в этой игре, это, блять, первые враги. Первые враги, которых невозможно убить. Что это за бред? Глянь, ты по ним бьешь, короче, им вообще насрать. У них меч. Все. Хер ты по ним попадешь. Так, в какие дома я еще не заходил? В нижний, да? Беги, сика. Привет, старста. Ты говоришь о дедушке? Хорошо, я скажу, где он. Но не говори никому из плохих людей об этом. Он скрывается во дворце замка. Я отмечу место на твоей карте. Вот, пожалуйста.
О, по-братски. Так, а это у нас что? Тут пыли? Шо это? Таверна какая-то, что это такое? Туда не попасть. Здорово. Бормочет. Мой сын очень любил играть на окарине. На окарине. Но он отправился на поиски золотой силы и до сих пор не вернулся. Интересно, где он сейчас и что поделывает? Погоди, я видел ее. Молодая симпатичная девушка была у холмов водопада желаний, где берет свое начало река. Сись, ты уверен, что встречу ее там? Ну, теперь уже 100% уверен, что да. Вот пока ты мне не сказал, я вообще не верил. Ну, теперь 100 пудов. Так, я вообще вон в тот дом. Вправо и в нижний, все. Ну, чтобы это охватить прям. Так, а здесь что? А, это тот чувак, которого это... Как он сказал? Заросло хозяйство? Чувак, у которого заросло хозяйство. Ух, нихуя. Могущественный заклинатель. Ты чё, блядь? Ты чё с батоном делаешь, алё? Ты... Хоть батон ебашить молотком, ты чё? Если бы мой напарник не потерялся, мы смогли бы закалить твой меч в два счета. Но сейчас, увы, ничем не могу тебе помочь. А где твой напарник затерялся? Я бы его нашел бы, и ты мне закалил бы меч. Без проблем вообще. А здесь что? Че это? Чего? Ничего. Так, тут закрыто. Рыц-тыца закалятор. Ну и проверим. Нет, Metal Search. Нет, это так не работает. Ну, проверить стоило. Привет, Блэзер. И маг тоже привет. Я уже второй раз здороваюсь. Ну да ладно. Французский кузнецы закаляют батон, блять. Let's baguette аппетит, блять. Все такое. Эти два сходить и все пока. Что это за перо? Что это? А, библиотека. Ой, бля, у меня какие-то эти сейчас флешбеки, ёпта. В Link's Awakening такая же была библиотека, и там тоже книжка была. Короче, я так ее не смог достать. Сверху. Я не понял, что нужно сделать, чтобы ее снять. Мне не нравится кое-что в этой игре. Ну, это в целом о Зельде. То, что во врагов хуй попадешь. А здесь особенно. Да, Сиси, я поссорился со своим младшим братом, замуровал дверь в его комнату. Ты чё, ебанутый, блядь? Ты ему хоть еды-то, блядь, оставил? Ебанат, блядь. Как нахуй ебу тебе, блядь? Дурак. Замуровал он, блядь, брата своего. А чё-то у него дверь открыта. Чё? Вы чё, ебанутый оба, что ли? Эй, Сиси, ты пришел из комнаты моего старшего брата? Он все еще сердится на меня? Че? Если тебе удастся добраться до финиша за 15 секунд, мы дадим тебе кое-что ценное. Старт, внимание, марш.
Чего? Гоу финиш, ты, блядь, чё? Ты чё вообще говоришь-то? Нет, спасибо. Тут навык нужен какой-то дополнительный, как минимум. Типа бег с рывком. Твое время 33 секунды. Ты не прошел дистанцию в отведенное время. Плохо. Может, еще разок? Не, я просто... Ну... Дай! 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 Я провинциальный! Они нелегальные. Че ты, блин, тут? Я просто боюсь, я все равно не успею. Даже если почищу это все. Четырнадцать секунд. О, моё! Тебе удалось, поздравляю. Часть сердца? А, это не полное сердце даже, ну... Ну, ясно. Так, все дома сходил. В лесу меч. Ну, скорее всего, меч пока нельзя взять, я прям чувствую. Так, ну. Ладно. Я думаю, надо это. Я сейчас выше поднимусь, и на сегодня следы достаточно. Не хочу себя перенапрягать этой игрой. Чуть-чуть лучше буду играть. Растянем, так сказать, удовольствие.